анонс и точно дата выхода первой и второй серии шестого сезона сериала «Ивановы Ивановы». Первая и вторая серии сериала выйдут на СТС 6 февраля. В новых сериях одну из главных ролей сыграла Ольга Кузьмина. По сюжету Боря Иванов стал владельцем фермы, нанимает помощницу Анну, которая поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Леха и Лида ждут ребенка, а Нина с Борей только работают над этим. Ваня прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только дед с ветеринаром Степаном готовы заботиться о кормильцах семейства, питомцах фермы. В новом сезоне зрителей ждут пиротехнические взрывы, эффектные падения, драки и погони на мотоцикле, машине и лошадях. Мне нужно было забраться на лошадь, упасть и снова попытаться залезть на нее. Сначала предложили дублера, но я решил все сделать сам. Забавно, но сложнее было в другой сцене, когда перепрыгивал через павлинов. Они не сидели на месте, постоянно перелетали через ограждение. В общем, птицы оказались с характером, вспоминает Алексей Лукин. Первая и вторая серии сериала выйдут на СТС 6 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.